Правильное дыхание и правильные мысли – основа восточной оздоровительной гимнастики цигун. Сегодня химчане узнают ее тонкости на мастер-классе. Древняя система упражнений изначально была связана с религиозным мировоззрением даосистских монахов. Они считали, цигун способствует долголетию. Алексей Дульнев – лауреат российских и международных конкурсов. Знает о цигун все. Руки нет. Насколько они касаются? На расстоянии. Посетить подобные мастер-классы можете и вы. Подробная информация о них есть во вкладке газеты «Химкинские новости» в социальных сетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте event.admhimki.ru.